Саженцы дерева сада – 3 четвертых литки. Яблони – 3 сорта Макинтош, болотовская лоба, предназначены прежде всего для садоводов-любителей. На среднерослое дерево привиты яблони 3 сортов. Все они осенние, созревание начинается с сентября. Первыми поспеют яблоки сорта «Китайка долго». Это будут мелкие красные плоды, весом до 25 граммов, удлиненно-конической формы, свинно-сладким вкусом. Два следующих сорта относятся к зимним. Кандиль «Орловский» имеет плоды массой до 135 граммов, форма продолговато-коническая, окрас светло-желтый, с малиновым румянцем, мякоть плотная, вкус кисло-сладкий. Ханей «Крисп» имеет самые крупные плоды, до 170 граммов, кисло-сладкие, мякоть сочная, мелкозернистая. Дерево сад, 3 четвертых летка. Яблоня, 3 сорта, макинтош, болотовская лоба – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, садов. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад – 3 четвертых летка. Яблони, 3 сорта макинтош, болотовская лоба можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания яблони прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад 3 четвертых летка. Яблони, 3 сорта макинтош, болотовская лоба в месяц май. Интересные цветы яблони могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Дерево сад 3 четвертых летка. Яблони, 3 сорта макинтош, болотовская лоба имеет осенний срок созревания. Плоды яблони созревают в месяце сентябрь. Форма у плода округлая. Вкус кисло-сладкий, мякоть твердая. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 3 четвертых летка. Яблони 3 сорта макинтош, болотовская лоба, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.